Лжетеррорист возместит ущерб, нанесенный государственным органам и службам. Еще год назад Ленинский районный суд приговорил молодого человека к 350 часам исправительных работ. Мужчина с сотового телефона своей сожительницы сообщил в полицию о готовящемся взрыве. Теракт, по его словам, должен был произойти в одном из караоке-баров на проспекте Текстильщиков областного центра. Прокурор Ленинского района потребовал от лжетеррориста наряду с исправительными работами компенсировать ущерб, нанесенный госорганам и службам, которые выезжали на место происшествия, занимались эвакуацией людей и проверкой поступившей информации. Мировым судьей судебного участка номер 2 Ленинского района города Иваново принято решение о взыскании с данного молодого человека данного ущерба в размере 17 тысяч рублей. В дальнейшем исполнительные документы будут переданы службе судебных приставов для взыскания с данного гражданина.